Ну вот честно, вот какое вам дело до моей безопасности? Не пристегнул я ремень. Я с мойки выехал только что, с поворота, и они здесь стоят. Ну какая польза будет от того, что они меня оштрафуют, я не понимаю. Такой тупизм с этим ремнем. Какое ваше дело, я пристегнут или нет? Это мое дело пристегиваться. И я пристегиваюсь, но сейчас с мойки, мокрый. И, блин, ну такой тупизм. Помимо того, что они меня сейчас оштрафуют, так еще я... Как в нашем городе можно запастись детскими креслами, когда каждый четвертый заказ с детьми и детей по 5, по 6? Целый утренник устраивают в машине эти дети. Как может водитель запастись всеми креслами на всю партию детей, которые есть у наших клиентов? Да и к тому же в заказах не указано, и ты приезжаешь на заказ. Блин. И выходят люди с детьми, и ты откажешься, что ли, от этого заказа? Не откажешься, потому что ты его ждал, и ты потратил время на него. И теперь за ремень.